Мы воспринимаем ситуацию как коронавирус. На самом деле, как бы проблема не в этом. Проблема в том, что сейчас просто действует такая энергия жизни. Допустим, человек здоров, он не болеет этим вирусом. Но все люди на Земле сейчас испытывают эту энергию. Энергию зажатости, невозможно развиваться, как ты хотел бы. Энергию страха, потому что есть опасность. Энергию несправедливости, потому что люди умирают, как это, среди бела дня, так сказать, понимаете? Ну, то есть все это просто влияние времени. И человек должен принять это все и стать сильнее. Не обязательно нас скосит коронавирус, может скосить, допустим, беспредел в личной жизни, беспредел на работе. Это все одни и те же энергии, понимаете? То есть каждый человек сейчас находится под влиянием этих сил, сил беспредела, понимаете? И если кажется, что вам не повезло, то вы поймите, что это касается сейчас всех людей на Земле. Эта энергия, которая влияет на нас, она беспредельничает, понимаете? Вот, допустим, по судьбе ведь, вот если, допустим, я летел 8 часов всю ночь и уже истощен, ну, судьба должна была меня пропустить на украинской границе быстрее, не держать меня 2 часа там. И не 50 раз не спрашивать меня, вы там были? Я говорю, нет, я там не был. Нет, вы там были. Нет, не был. Нет, были. Нет, не был. И так 50 раз. 2 часа подряд. Вот. Так действует энергия судьбы. Это не касается, я не против как бы пограничников, они выполняют свой долг. Я не против самолетов, не против расписания, не против того, что разрушаются связи между странами. Так действует судьба. Я совсем согласен. Если я буду против, будет хуже. Понимаете? Просто попытайтесь понять принцип. Надо все это принимать, иначе будет хуже. И это вот я вам сейчас рассказал свое, но у каждого из вас есть тоже свое. Сейчас никто не находится в приоритетном положении. Понимаете? Как говорят, ну как, Олег Геннадьевич, врачи, игры. Он там, когда он спешит куда-то суетиться, он получает энергию? Нет. Поэтому причина заключается в том, что мы не включаем вот этот переключатель. Это очень трудно заставить себя просто остановиться, подышать свежим воздухом, сказать, я желаю всем счастья. Что вам, сложно? 5 минут заменяет час. Вот вы для того, чтобы час работать, так у организма, вот допустим, есть такие классные аккумуляторы, которые заряжают за 15 минут. Вот у нас организм такой классный аккумулятор. Понимаете, 1 часа в день переключить себя и сказать, я просто желаю всем счастья, я просто двигаюсь, я просто сделаю зарядку, я просто радуюсь. 1 часа в день достаточно, чтобы потом весь день активно работать, отдавать. Но многие люди даже этого не делают, потому что им это включить переключатель, нужно волевые силы, понимаете, применить. А люди не привыкли к этому. Они думают, что само собой все, само как-то будет восстанавливаться. Да не будет собой ничего восстанавливать. Чем старше человек, тем меньше шансов. Вот у ребенка все постоянно восстанавливается. И он постоянно бегает счастливый, радуется. Он целыми днями заряжается, маленький ребенок. Он вообще не терпит ни одной секунды напряжения. Вот, допустим, попробуйте его посадить, аскезу какую-то совершать. Да он с ума сойдет. В 3-4 года. Ему надо только заряжаться. Означает делать все, что ему нравится. Ему нравится бегать, радоваться, там, кричать, еще что-то. Или девочке, допустим, нравится всех любить. Ну, то есть, как бы, есть девочки, есть мальчики, каждый по-разному заряжается. Но надо понять одну простую вещь, что с возрастом эта способность теряется, и надо себя заставлять, если хотите жить. Как заставлять себя? Мужчина должен заставлять себя через вызов. Должен сказать себе, я скользкая, вонючая ватрушка. Мне надо немедленно выйти из этого состояния. Он должен себя обозвать, иметь силу обозвать себя и сказать, вставай, проклятием заклеменный, и встать, и пойти делать зарядку. Женщина так делать не должна. Она потом себе никогда этого не простит. У женщины есть только один другой способ.
Надо договориться со своей подружкой, что твоя подружка звонит тебе и говорит: «Моя хорошая, давай сегодня выйдем, делаем зарядочку». На украинском языке можно это сказать. Вот, понимаете, моя дорогая. И женщины, они совестливы по природе. Если вы согласитесь с женщиной, то вам потом трудно будет не сделать. Потому что подружка же опять позвонит. И так как неудобно вообще, придется делать. Причем, если вам муж скажет: «Моя дорогая, пойдем сделаем зарядочку», это не сработает. Потому что, когда скажет это муж, это будет выглядеть как насилие, и вы скажете ему: «Иди делай сам». А вот когда подружка скажет, это сработает. Поэтому учитесь женщины. У женщин работает только коллективная сила воли, только групповая сила воли. И женщина не слабее мужчины. Просто она более социальное существо. Ей надо всегда включать отношения для того, чтобы себя заставлять. Если у нее есть отношения, подружки, то она легко себя заставляет, у нее нет проблем. И вообще женщина, когда она дружит, когда она включается в отношения, она в 1000 раз сильнее, чем мужчина во всем. С ней ничего сделать невозможно вообще. Понимаете, поэтому женщина должна жить в очень тесных, активных отношениях с женщинами. Не с мужчинами, женщинами. Женщина от женщин получает силы, мужчина от мужчин. Вот такие советы, которые вы должны знать, что делать с собой. Если вы живете в хронической усталости, в суете, у вас нет времени, это значит, что вы сокращаете свою продолжительность жизни и теряете силы.